Смешиновки мы вернулись. Опа, нахуй. Я за руль. Пирожок сдох. Я чемоданчик. Толик. Надо воевать, надо. Пятеро потных мужиков. Это что такое? Привет. Здравствуйте. Смешиновки. Да. Хорошо, начало. Я хотел сказать хопа, а ты такой сделал. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Продолжаем копаться. У нас тут сегодня... Опа! Твоя мать сумо, как говорится. Жень, твоя мать сумо. Твоя мать сумо. Давай. Я принял. Короче, мы сегодня играем какой-то паунч. Пауч. Это находится в топе Стима. Вот. Вообще непонятно, что это такое. Какие-то сумоисты голые. Каменюку на место! Слышь, ты сюда подошел? Пушатайл! Понял. Вот, короче. Короче, игра Паунч называется. Опа. Я как раз к тебе бежал. Сюда подошел. Ушатался. Ну-ка, ушатался быстро. Спасибо. Ну-ка, ушатался. Да. Вот, короче, мы не можем понять, в чем смысл игры вообще, в чем соль, как бы, как говорится. Ну, смысл это. Ты че? Я здесь появился. Ты что ты делаешь? Короче, надо ушатать друг друга. Кого-нибудь из... Вот. И... А как это работает, мы вообще понять не можем. Типа, надо камень вообще бросать, но мы можем и руками расшибать друг друга. Ой, блядь! Я тебя вообще не видел. Выпрыгнул. Как тигр в засаде сидел. Я тебя вообще не видел. Слышь ты, читер, ну-ка сюда подошел. На тебе, я тебя, давай тебя почешу. Вот, видишь, почесал. Вот, какие-то полоски снизу. Кого-то, где-то кого-то убивать надо, выигрывать. Вообще непонятно, как бы, кто ведет счет. А почему он просто кинул? Ты меня просто, по-моему, погладил по ушку, и я это, как бы, слег. Опа, а я сзади. Да почему я? Фига, я полетел! Ты видел, как я улетел только что? Капец, ты полетчик. Да. Вот. Ты полетчик. Какой три? Вот почему? Вот что это желтое обозначает? Ты разобрался? Нет, я вижу тебя. Пинк решает, как бы, да? Вот. Че, вот эти желтые, белые, что это значит? Ой! Что это, слышишь? Инстаспаун, по-моему, это был. Инстасмерть. Внезапно сверху, вот видишь? Сюда подошел. Опа! Я тебя знаю все твои блатные жесты. Что? Что? Почему я к тебе притянулся? В смысле, бой закончен? Кто выиграл-то? Сейчас скажу, ты выиграл. Да, да, я тебе поверю. У меня написано победить. Опа! А, у меня написано, бой закончен просто. Ну вот, знаешь, победил. А как кто, а в том году кто победил? Да я победил. Я победитель, пожалуйста. Погоди, у меня нет. Я какой-то секси Тамана Чан попал. Сейчас, погоди, я выйду. Секси Тамана Чан. Мне написали сдача. А где моя сдача? А сколько рублей? Опа! Позу поменял. Как бы, ну, это все объясняет, как бы. Вы записываете нога? А, ладно, не что? Что? Я думал, я сразу сдох. А! Так, камень. Пока ты пытаешься поднять камень, я тебя опускаю, понял? Дай мне камень здесь. Делаю жестко. Блин. Не, а ты что-то нажимаешь, когда меня бьешь, типа, ну подходишь или нет? Да, на левую кнопку мыши. Я тоже. А чё? Почему ты меня убиваешь, инста? Это как мне Гэнбис напоминает, только... Там, там друг друга вырубали. Вот почему я тебе по лицу ударил? Почему я-то вырубился? Не знаю, я, видимо, прицелился великолепно. Типа из-за пинга, что ли? Я не понимаю. Не знаю, у тебя что, пинг большой? Вот сколько я тебе раз уже ударил? Я тебе вижу, даже голову почесал. Опа. Уп! Руку отдай. Ты не ушатался? Вообще что-то происходит нехорошее. Ух ты! Фига у нас длинный бой. Чувствуешь, да, какой у нас напряженный интенс матч? Сколько раз тебе еще надо ударить? Слышь, ты чуть раз. Ты слышишь? Сколько раз я тебе ударил? Я тебя вообще не чувствую, понимаешь? Ничего. Че за бред? Сколько я тебя раз ударил? Не надо. Не надо. Ха-ха-ха!
Пацан к успеху шел, как говорится. Я сзади. Опа. Попытка мертва. Опа, мимо. Вот сейчас я тебя можно ушатаю, да? Вот я тебя бью. Ты вообще можешь помер? Да ладно, неужели? Неужели ты помер? Свертуха на тебя, да, зарядил такой? Видел какой-то? Что я тебя заряжу, знаешь? Я тебя отомстил камнем. Камень рознь. Опа! А почему я-то помираю постоянно? Почему я-то постоянно? Сюда, блядь. Теперь ты помер, почему? Я не знаю, это как-то какая-то тут физика. А ты чё, слышь, спаункипер? Я просто увидел камень красный, я же понимаю, что это спаунерский камень. Внезапно смерть. Это типа, вот сейчас типа кто-то из нас проиграет, если кто-то умрет. Ты где? Ты камень ищешь? Не надо. Можно ошибся скориться? Я царь горы, блядь. И чё? Сейчас я камень найду, погоди. Сейчас я камень найду, погоди. И тебе на кулаках кто больше везет. Или камни пропали, типа. Сейчас, погоди. Да, Сань? Кто снизу, тот проиграл. Ха! Мука ты кернака. Хо-хо! Дио! Клану Дио! О, победитель написано. Нормально. Почему? У меня 6 очков было. У меня гитара в минус написано. А у меня, слушай, тоже как гитара в минус, это как... А, ты мне давай. А у тебя красная гитара или желтая? У меня желтая сейчас была. Она вниз такая направленная гитара, а до этого было все красное. Значит, ты победил. Я все не понимаю, что вот эти толстки снизу значат. Стой на месте. Нет. На месте стой. Ха, мука ты хренака. Ура! Да если мы на месте будем стоять? Просто подойдем тебе вместе, на месте будем стоять? Да. Ну-ка иди сюда. Давай, я не нажимаю. Я нажимаю. Опа. Вырвался захват. Погоди, а может надо типа... Нет, сейчас ничего не... Сердечный приступ случился. Не понял. Сюда иди, сердечный приступ. Да почему опять... А, фу. Думал, опять ты меня. Так, где ты появишься? Ага, я так и знал. Что? Я вообще наугад кинул. А ты меня не камнем убрал, понимаешь? Ха, мурам. Ха-ха. Дио. Просто бегаешь с зажатой левой кнопкой мыши? Нет, я ее нажимаю постоянно. Где же ты? Почему я туда? Игра не пускает. А, туда нельзя, типа. А, у нас, типа, территория поменялась сейчас. Может, немножко в другом месте были. Снайпер! По пингу меня подрезал, как Сампи. Слышь, уйди. Слышь, ты самперский. Почему опять ты меня убрал, да как? Научи меня, что снизу полоски значит, желтый, белый, я не понимаю. Белый — это камень, который ты там возрождаешься. Желтый камень — это камень, на котором ты, ну, просто жизнью, ты знаешь? Блядь, читать иногда. Описание игры, сука! Да я не умею. Играть! О, как он ты меня вот сейчас почти не убрал? Не туда, понял? Ой, сука! Ну почему опять я убрался, я не понимаю. Фу, бля. Ну и? Ну вот, внезапно последний что? Камень. А, ну последний. Ну. Опять это типа сколько очков вообще в принципе что написано? Ну типа циферка, которая написана слева от таймера. У тебя сейчас сколько? Я победитель. Я сколько раз ты меня побил? Ну, у меня тоже 5 было. Ну давай, все, сейчас решающая будет, короче. А я тебя 3 раза избил, а ты мне 2. Так что как бы... По статистике, на записи одно, так что ничего не знаю. Бля, сердечный приступ. Просто случился сердечный... Эй, уйди, пожалуйста. Ага. Ну вот, я первое очко, типа, да, заработал. Ну, да. Ага. А где ты появился-то? Что-то я не вижу даже.
Бля. Камень! Нет! Что вообще? Может, камни вообще не будем трогать? Может, их не надо трогать, камни? В смысле, можно же их трогать? Да. А почему ты меня бил в спину, а в итоге ты умер? Сердечный приступ. По правилу с ума надо, типа, со спины не нападать? Ну-ка сюда иди. Не, а чё ты убегаешь сразу? Да! О, ты меня ударил, и ты умер. Типа, чё? Я тебя, типа, с разворота на скорости, с холма просто бью. Но. Ты должен побеждать. Но бью их в итоге, да, а в итоге ты умер. Игра не пускает туда. Ага, ну-ка ты коротка. О-хо-хо. Очень-чень гадачки надо ее. Ага. Это... На типа лицу. Сюда подожди, иди. Что? Что? Мне кажется или... Че тебе кажется? Куда побежал? Ну, вот камни, да, отражаются. Типа тут невидимая стена. Нет, я думал, что это, типа... Они аннулируются вообще. Я тебя сейчас аннулирую. Ошибка совершена. Со спины не атакуют. Так где ты вообще? Я мышку раскрутил. Почему ты опять не помираешь? Как, а почему мы теперь друг друга не убиваем? На, получай. Давай, иди сюда. Понятно, кто катки руинит постоянно. Сюда иди, я с тобой не договорил. Сюда подошел, я с тобой не договорил. Что ты меня хватаешь? Да почему ты меня убрался? Сколько у тебя там хп, я не понимаю. Не знаю. Как это работает? Единственное, что знаю, то что у меня 59 хпс и 0 пинга. Я тоже, да. А у меня пинг 147. Слышь, ты хастанутый. Ну-ка, сейчас поменяем сервак. А, не, можно не менять, в принципе, меня устраивает. Мне показалось, ли ты за ареной появился? Окей. А давай мы друг на друга прям набежим. Давай, надо бы найти эту. Давай, ровно, вот здесь. Вон там. Давай, погнали. Прям ровно, не отвлекаясь, ничего, типа как сумоисты. Он убью, да. Муда. Понимаю. Я все понял, да. Четыре раз, да. Давай еще раз. Внезапная смерть. Хо. Я не согласен на то, что ты с холма побежишь. Хо. Ну как ты керен такой, а, дева? Муда. Сау, я прочим не... Что не победитель в итоге. Короче, ребята, было не пойми чё. Ставьте лайки. Опа. Всем пока.